шею качал немножко, не любил перевороты, но качал. И на то он раз головой отсюда, хоп, и бросок. И пола бросали, не было. Через грудь было. Но было. Когда вставляли, ну, так его, да? Да, у меня в основном было юка, кука и удержание. И все, мне больше ничего не надо. Значит, и сейчас. Вот я его даже переучивать не буду. Его переучивать не буду. Так, Хаджи, пошли. Девочки, раз, два. Легли там на живот. Смотри. Третий. Ложитесь на живот. Руслан, легли на живот. Ну, опять, Маша, где ты берешь на пару? Вот там ты не берешь на пару. Там он должен держать. Маша, ой, мы... Что вы лежите? 20 раз. Вот ты. Вот ты отжимали. Какой ты? Ты сможешь давать физкультуру. Локоть держи. Коля, локоть держи. Выше ты этот класс. Вот лучше бросок. Стоп, Матей. Матей. Иди сюда. Посмотрите внимательно. Если вы... Нет, ушел. Иди сюда. Посмотрите сюда. Если вы берете вот здесь низко, вот здесь низко, то вы должны поднять руку, и вы должны потянуть его вот туда, чтобы он... Видите, куда потянуть надо? Если вы бицепс плохой или не хотите, Андрей, не хотите тянуть, тогда нужно руку повыше взять, вот здесь. Когда вы поворачиваетесь, он уже на вас садится. Все, тянуть не надо. Или две вещи делайте, или поднимайте, тяните руку. Отсюда, тяните, чтобы он лег на вас. Или берите выше. Что это? Оставь, не ломай. Да. Низ, руку, локоть вверх. Маша, ты что, кувырок не можешь сделать? Андрюх, ты берешь, он поворачивает, ты берешь, садишь. Зачем? Ему тебе тяжело поднять. Ты ложись на ему, ложись на плечи и делай кувырочек. Разворачивайся, разворачивайся. Давай, Андрюх. Вставай, вставай, вставай. Итак, первый номер, 8 раз, приготовили. Я считаю, вы делаете. Кто делает? Готовы? Стоп, стоп, Вискур, ушел в цирку, Маша, да. Маша делает, приготовили. Джек, раз, быстрее, быстрее, стали, два, быстрее, три, быстрее, четыре, пять, шесть, один, семь, восемь. Иди сюда. Получи свою кожу. Там меня болит. Иди это... сюда. Делай в другую сторону. Все мозгов нет, ты веришь, что сырка. Мне кажется, у тебя нет. Поворачивай. Конечно нет. Если в эту сторону болит, делай в другую сторону. Да не могу в эту сторону. Все, не можешь. А чей походкой? А когда на соревнования тебя что спрашивать будет? Буду. Буду тебя спрашивать? Кто тебя спрашивает?
Доктора, доктора. Что у тебя болит? Куда ты его? Три недели отдыхал, у него болит. Что вы делали? Я не понимаю. Вы что, работали что ли? Алименты стали, что ли, зубного? Да, вот, друзей таскал домой. Надо иметь таких друзей, которые в футбол играют, которые борются, а не которые ходят в пьянку. Друзей он нашел себе. Удар его. Зачем мне умереть? Мой труд идет даром. Даром идет мой труд. А потом ты подрастешь, и через 5 лет ты бы мне не дели, ты не заставляли. Заставляли. Вот, видео будет. Я тебе покажу. Это твое счастье, что бить вас не могу. Просто не могу бить. Сильно. Уже давно синяя задница была. Блин, они хотят результаты. Они хотят результаты и не хотят работать. Второй номер приготовить. Джоэль! Раз! Два! Четыре! Вот здесь вот 30-30. Пять! Вверх убери! Лоренцо! Шесть! Семь! Восемь! Опять сели на колени. Сели там же, где стоите. Заправить. Вот, Миша, скажи, пожалуйста. Вот тренер тебе говорит, когда выходишь, нельзя отдавать сопернику просто захват. Что ты правша, нельзя правой рукой брать захват. Тренер говорит об этом каждый раз, когда начинаешь бороться. Не бери захват одной рукой. Да? Зайди в YouTube и посмотри, как ты боролся. Взял, тебя раз и бросили, и все. Виспун то же самое. А господа вообще взяли за одну руку, двумя руками и на пол бросили. Я вообще в шоке. Борьба это не имеет права быть первой рукой. Что не имеет дела? Мира, все сюда. С такого броска здесь попроси кого-то никто сделать не сможет. Потому что я не знаю, это еще прыгнуть на спину надо. Андрюха, стоит ноги вместе. Я тебе говорю, можешь летать все время. Борец, вот стоит ноги, руки согнуты. Ноги прямые, рука прямая, все, свободен. Это вы здесь боретесь. Я же вам говорю, смотрите, с кем вы боретесь. Если человек, никто, 15 место на республике, значит вы тоже 15-16. Не делайте как он, делайте чуть-чуть по-другому. Вы приходите домой, да не сидите вы в телефоне, блин. Лято подумает, блин, сегодня меня Лоренцию шляпу в барабан. Блин, скотина. Блин, что вы ему придумать такое, чтобы насрать ему в душу, блин. Вот он берет это делает, а я что, могу я здесь удушаться? Могу я здесь? Могу я что-то это ему сделать? То есть могу я ему как-то через грудь запихать? Могу. А, давай попробую. А вы приходите здесь? И что? Ну возьмите, есть приложение, напишите какое-то приложение хорошее, чтобы деньги за это получать. Научитесь его делать. Ну что-то полезное сделайте, не только для себя. Ты выставишь, ну не знаю что, как приложение, фотографии, какое-то видео. Тебя будут знать, а раз тебя будут знать, ты придешь в институт, о, Саша, Боря, это тот, который... Там простые классные делают. Все, и преподаватель, а ты ему еще сделаешь, его учеником. Помолчи. Он тебя возьмет и вместо тройки поставит десятку на экзамен. Все, и ты прошел бесплатно. Эй! Как вы не можете понять? Просто надо что-то делать. Чем-то быть занят. Вот сын был, на гармошке играет. Хотел бы я. Для того, чтобы играть, надо идти в музыкальную школу. А вы посмотрите, сейчас все поют. Ой. Ла-ла-ла-ла. Пойте, продавайте свои песни. Так кому? Радио. Знаешь,
защиту по авторскому праву. То есть если я радио и выставляю мелодию, можно, например, которая имеет авторские права, все, я должен платить. Немножко, но платить. Если я не заплатил, меня в суд подают. Я с этого радио пару миллиончиков, ну не миллиончиков, там, тысяч лей. 20-30 тысяч лей. Все, радио не работает больше. Так они что пускают? Они пускают таких бездарей, которые в музыкальной школе не учились, там, папа, мама умеет немножко денег, они там где-то пошли, микрофон умеет и поют. Послушайте, что поют, послушайте слова, это тупо, я не знаю. Блин, а вы сидите и слушаете. Эту песню может слушать только те люди, которые выпили. Какие ты, Кость? Если красивые песни. Какие красивые? Покажи. Запах молится, да? Поеду, Костя! Иди, поеду, ушла! Полицейцы, шо так, блин? Я так пел в детстве, да, мне стыдно стало. Я думаю, блин, буду певцом. Начал петь на одной ноте, пою, блин. Думаю, Сергей Анатольевич, ты был Сережа, думаю, Сережа, не занимайся ерундой. Вот брать себе футбол, ворота, иди там. Пение это не для тебя. Вот достали. А нет, микрофон, клавиши, все поют. Ну ты тоже сделай. Давайте сделаем совместно. Смотри, не борьба, не песни. Чем ты должен общаться другим? Можно татуировки делать? Умом. Можно прическу? Умом. Умно думать, да, тоже надо? Да, да. Умно думаю. Так, приготовились, боремся в партере. Так, итак, боремся, мальчики. Боремся под дзюдо. Болевой на локтевой сустав, удушающий удержание. Хачуме! Можете бороться. Вот вам мяч. Нет. Вот тоже пришла, да? Ну, я в шоке. Кимоно нет. Пришла больная. Чего ты пришла, блядь? Даник, разминайся. Денис, мне надоело. Ты не работаешь. Я позвоню папе, или пусть он сегодня заберет тебя, или ты работаешь. Человек не работает, он получает травму. Андрюшенька, чуть-чуть сюда уйдите. Боря, что такое? Борис. Матэ, стоп, сели на колени. Боремся лук-то-либеры. Лук-то-либеры, посмотрите внимательно. Переворот, переворот. Через себя 2 балла. Положил на лопатки, чистая победа, значит 3 балла будет. Еще раз, лежишь? Перевернули тебя? 2 балла. Значит, положить на лопатки. Хаджиме. Что ты сидишь? Сам разминайся! Сам вот сюда разминайся. Ой, уйдите сядь. Дай, вот там камера, прекрасно все забирает. Вот там камера. Но кто на лопатках? Коля? Нет, это не Коля. Вот там ко мне получишь по жопу. А так я его так перевернул на меня. Бабало, но ты лежишь на лопатках. У меня, значит, 3. 3 балла. Ой, ты борешься или что? А? Ты лопатка. Ну так борись. Давай перевернем. Так, поднимать и бросать нельзя. Это только боевое искусство там не учится. Давай, Даник, разогревайся.
Матеус! Серия на колени! Матеус! Серия на колени, чуть-чуть подвиги. Так, сейчас боретесь по борьбе самбо. Борьба самбо. Болевой на локтевой сустав, болевой на коленный сустав, на голеностопный. Удержание 20 секунд, 4 балла и все. Ну 20 секунд не надо держать. Удержание? Удержание. Для того, чтобы было интереснее. Только сверху, только верхом. Сбоку не надо делать. Верхом, когда он уходит, делайте болевой. Че? Разогрелся? Разогрелся. Маша, сюда. Бога. Миша, сюда. Так. Даник, сюда. Так, Маша. Возьмем Руслану, вот туда. Делай заднюю подножку. Три раза вправо, три раза влево. Аккуратно, смотри, чтобы она не убилась. Три вправо, три влево, и потом Михаила. Хорошо, хорошо, Руслана. Пусть она держится. Делай три раза вправо, три влево. Руслана, где твои ручки? Держаться. Матея, сели на колени. Сделала? Все, давай, бери Михаилу, делай бросок. Смотри, держи локоть особенно хорошо. Локоть держи. Куда делаешь? Теперь? Грэплинг. Вся борьба. И самбо, и дзюдо, и грэплинг, и тринта. Все. Хаджи. Удялись. Зайди назад, сядь на него. Сядь на него верхом. И держать. Мате, мате, перейди сюда. Эй, одна пара здесь, Даня. Сюда. Сюда, сюда, стол, стол, сюда. Сюда, сюда, сюда. Ты даже не в стойке, пол ковра занимаешь. Так, бери Руслану, делай ее через бедро. Три вправо, три влево. Смотри, чтобы руки не выставляют. Мате! Сели на колени. Мате, увези. Еще раз. Я даю задание. Старайтесь это задание выполнять. Если вы его выполняете, то сопернику приходится волей-неволей тоже. Если же он не будет работать, я же смотрю примерно, кто как работает, значит, я его просто уберу, посажу сюда и будет сидеть. Позвоню родителям и скажу, потому что по-другому, хотите, предупрежу родителей, что раз вы слушаетесь, я вас буду бить. Чтобы они просто знали. Вы по-другому не можете. Пока вас не ударишь, у вас в голове нет. Но сделайте себе интересно. Я пришел работать в санатории, спортсмен, мастер спорта, силы вагон. А там все люди больные. Мне неинтересно было после спортсмена. А мне знаете, что сказали? Сережа, сделай так, чтобы тебе было интересно. Все. Я сделал спортивный зал, поставил бильярд, поставил теннис. Детскую комнату сделал, принес тренажеры.
приемник, телевизор поставил. У меня полный зал был.